Приготовим ароматные пуховые ватрушки с творогом. Такие ватрушки получаются очень вкусными и мягкими, а начинка очень приятная, сверху запекшаяся, а внутри мягкая и нежная. В теплое молоко добавляем сахар и дрожжи, ждем их активации. Как только появится пенка, добавляем соль, яйцо, масло, все хорошо перемешиваем. Затем всыпаем просеянную муку и замешиваем тесто. Чтобы тесто не прилипало к рукам, смазываем их растительным маслом. Возвращаем тесто в чашу и оставляем в теплом месте подходить на 1 час. Подошедшее тесто разминаем руками, делим на равные части. У меня их получилось 12. Формируем из них шарики. Оставляем их под полотенцем на 15 минут. Тем временем соединяем все ингредиенты для начинки и взбиваем до однородности. Далее с помощью стакана, смазанным растительным маслом, формируем углубление для начинки. Края смазываем яйцом, выкладываем начинку и отправляем в духовку примерно на 20-25 минут. Приятного аппетита!